Дамы и господа, спасибо, что пришли. Я созвал пресс-конференцию по двум причинам. Во-первых, хочу заверить жителей Готэма, что делается все возможное, чтобы остановить Джокера и эти убийства. И вторая причина. Бэтмен объявил, что намерен сдаться. Но сначала давайте подумаем, подчиняться ли требованиям террориста. Неужели вы думаете, что он... Вы этого мстителя вне закона хотите защищать, а не жизни простых граждан? Да, Бэтмен вне закона. Но мы ведь не поэтому требуем, чтобы он сдался, а потому что боимся. До сих пор мы были рады, что Бэтмен подчищает за нами улицы. Все стало только хуже. Да, точно. Да, наверное. Но самая темная ночь перед рассветом. И я вам обещаю. Рассвет уже близко. Однажды Бэтмен ответит за нарушенные им законы, но перед нами, а не перед этим безумцем. Пора прекратить эти убийства! Бэтмен должен сдаться! Так и быть. Арестуйте Бэтмена. Покажите его! Что? Он здесь? Я Бэтмен. Это прокурор? Альфред, почему он не помешал Харви? Он пошел на пресс-конференцию. Я знаю, почему он не вмешался. Возможно, они оба, и Брюс, и мистер Дент, верят, что Бэтмен, оставшийся на свободе, важнее, чем прихоти террориста мисс Доулс. Даже если все его за это ненавидят. Это жертва, которую он принес. Это не геройство. Это нечто более важное. Да, ты абсолютно прав. Позволить Харви взять вину на себя – это не героизм, конечно. Ты знаешь его лучше всех. Да. Передашь ему письмо от меня, когда придет время. Как я узнаю? Оно не запечатано. Прощай, Альфред. Прощай, Рэйчел. Прости, не было времени это обсуждать. Что ты задумал? Меня отправляют в центральную тюрьму. И когда Джокер попытается напасть, Бэтмен схватит его. Но, Харви, это слишком опасно. С его перевозкой не должно быть проблем. Все улицы вдоль маршрута будут свободны. Вперед! Останавливаться ни при каких условиях. Надеюсь, ты умеешь водить? Слушай, он даже не уверен в том, что сможет остановить Джокера, раз до сих пор ему это не удалось. Откуда ты это знаешь? Знаю и все. Ты не можешь думать только о себе. Подумай о людях, которые верили, что ты очистишь город от преступности. Харви, скажи людям правду. Орел, иду до конца. Это твоя жизнь. Нельзя доверять подобные вещи случаю. Все верно. Ты сам вершишь удачу.